Ну, всем привет, ребят. Как вы поняли или, может, ничего не поняли из того, что мы там косички вязали из лука. У Вани ярмарка сейчас, и там все классы выносят, кто что хочет, там чего только нету, как бы, и домашняя выпечка, и с огорода, и рыбу кто-то там продает, на столе лежало, видел, на соседнем, ага, короб такой большой. Ну, мы ничего не готовили, нам себе приготовить некуда поесть. Да, точно. Мы, это перепелиных яиц, 5 лотков я ему набрал, и лука вот эти косички связали. А Ваня говорит, мало, давай еще арбузы. Так мы поехали, вон 3 арбуза взяли. Там на столе у них тоже есть и капуста продается, еще. И перец сладкий, да. И кто-то тортик испек, а кто-то, кажется, купил Орео. Выглядит, да? Так, как будто купленное. Сейчас. А? Да, сейчас вам стол покажу. И, ну, а мы... У нас строители сейчас работают. Мы, короче, супер довольны, что у нас наконец-то над квартирой будет сделана крыша. Много кто пишет, что ничего хорошего с этого не получится. Ну, блин, это все равно лучше, чем тот потресканный 100-летний рубероид, который там лежит. Так что сейчас покладут новый, и все. Строители отправили. Ну и едем опять назад на ярмарку. Вот так, сейчас вам немножечко покажу, как там. И сегодня рынок тоже, а что, нам ничего не надо. Итак, на самом деле, смотрите, мы купили перец сладкий, ой, горький вот этот. Как раз в четверг прошлый, да? А вчера среда была, и вот только в среду он был закрыт. То есть, понимаете, сколько лежал? 6 дней перец лежал дома. Ну, главное, что закрыли, так что... Вот такие дела. Все, едем. Артемочка. Ты уже маму замазал, да? Ты гуляешь? Пошли. Ты так и красавчик, да? Скажешь, холодно было, мама наедила, а теперь раздела, да? Пошли. А так гуляльчику маленько. Пошли? Давай ножками топ-топ. Давай. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Пошли. Кушать. Да, надо что-то купить. Снять, помаши. Я так и так само и сказал. Дурачиться. Давай купим мед в сотах. Я уже снимаю, да. Давай. На. Оп. А ну, мне нравится мед в соте. Ну да. Ага. А нема 50 гривен? Не знаю. Ось, є. Є без здачі, давай. Давай, купим. А можна нам оцю штучку? Так, можна. Так. От туди, о, о. Оп, липка, ні? Пошли у Вані, попросим кульок. Красиво. Я хотів мед в соті купити. Я хоч і мед не люблю, але так і попробую. Ага. А тут бачать поштучно, перчини по 10 гривень. Ага, красиві, такі це заворота. О, давай купимо, які красиві, на салат, так? Да? Давай, є мілкі гривень. Мілкі є з копійками, прямо тут багато, так. Да. Надо було... Їм не понравляться. Все. Ще. Хочемо перц. Перца сладкого купити. Давай, я подожду. Кульочок є у вас? На, держи мед. Оп. Нам надо перець. Перець, пожалуйста, дуже. Да, давайте. Оцей. Вибирайте. І оцей. І оцей. І оцей, і оцей, і отой давайте. Ось. Ні, ось 50 гривень, а що? Я ще думаю, щоб ви мені здачу не шукали. Оцей, оцей давайте. Ага. А отой ви вже забрали? Та ще комусь продасте. У вас ось, у вас іще є, ось. Так що торгуйте. Ну, ви нас перець забрали.
забираю. Нет, вам два оставил. А що ж ви ходили? Рядом стояли. Дякую. Дякую. А цвіточок йому не понравився? Диви, який. А цвіточок, диви, який. Диви, який цвіточок. Бери. Ні? Не подобається. Пока там идет у них ярмарка, и эта ярмарка, ну, приурочена к тому, что к году освобождения вот нашей местности, ну, как мы смогли вернуться сюда, ну, и вот к этому дню. А мы тут, ну, мы там купили, что нам надо, перец и мед, и все, больше мне там ничего не надо. И пошли кофейка попить, а Артемке купили печенюшку, а ему нравятся только каменючки, да? Ой, листочек какой красивый, да? Ну, вот так. Единственное, о чем жалеем, это о том, что не взяли коляску. А он на руках сидеть не хочет, а ему все надо. А какой мотоцикл, да, стоит? Все надо и хочет только ножками ходить, только ножками. Он уже на ноге синяк набил. И дома ползать не хочет. Ну да, и уже и дома, по дому не ползает, а ходит. Раз, встал и побежал. Пошли посмотрим, что там уже они продали, что не продали. Взял самую здоровую крепочину и выкинул. Шановные носители, ярмарка. Ярмарка очень-очень хорошо проходит, почти все раскупили. Ванюшкин стол тоже уже почти все продали. Артем, расскажи, как тебе ярмарка? Ой, прекрасно. Артемка, расскажи. Все, короче, что я могу сказать? Ваня все, что брал, все продал. Знаете, он спросил, почем кавуны? Я ему говорю, по 10 гривен килограмм. Мы ему 3 штуки только что привезли. И это. И... Ой. Ну, в общем, про арбузы продолжаем. Умащивались машину. Ваня спросил, почем арбузы? А тут сегодня же базарный день, типа четверг. И тут кто-то продавал, говорит, по 10 гривен арбузы. А у них там были веса. Он так четенько на каждом понаписал, сколько какой стоит. Там по 3,5 и 1,2700. Те, которые по 3,5 и 2 он продал, по 35 гривен. А тот, который 2700, так 27, и это уже ярмарка закончилась, уже классы начали, ну, как бы объявлять там на сцене, кто сколько собрал. Ну, это была благотворительная ярмарка, как бы, ну, собирали деньги, и это. И объявляют, и он уже пошел, объявил, а его девочка с класса говорит, это я арбуз продала за 10 гривен, нормально. А Ваня говорит, ты что, 27 стоит? Ух, и это, торгаш еще тот. Так что вот так, мы его ждали, чтобы... Какой-то я темный, да? О, все, посветлее стал. Как-то это, засвечивает это. Мы его ждали, чтобы забрать, просидели тут 2,5 часа, примерно, да, с 10. Не, полтора, наверное, почти 2 часа. Просидели, а он говорит, па, я не поеду домой, мы можно еще поиграемся тут с детками. Так что с детками, 7 класс, уже они не детки, молодежь такая. На самом деле, уже смотришь, вот то, ну, как бы к своему-то ты привык, он растет на глазах, а остальные вроде тоже были маленькие, а ты их сколько не видел, а тут раз и уже большие. Молодцы. А так классы по-разному. Там один объявил 1080 гривен насобирали. Одни сказали 4100, что-то типа того. А Ванин класс, получается, на 3000 на столе продали товар. Ну и немножко я доложил еще. Может, еще кто-то так дал. Ну, вот такие вот дела. Сколько в общей сумме насобирали, не могу сказать. Но если так в среднем считать, по 2-3 тысячи, 11 классов и некоторых классов по 2. Ну да, А и Б всегда говорили. Так что 1050 насобирали. Я думаю, каком-то взводу помогут. Ну вот так. Да. Все, я не знаю, поехали мы домой. Спасибо всем большое за просмотр. Я не мог наснимать вам больше, потому что музыка, а YouTube музыку не пропустит. Поэтому
А постоянно вся ярмарка сопровождалась музыкой. Там, где по 5-10 секунд кто-то какое-то слово говорил, а я не всегда успевал снимать, поэтому, ну, вот так что получилось, то и нарезал. Ну, нарезочка маленькая. Мы с Артемкой там погуляли на песочнице. Он уже заснул? Да? Артем себе набил лоб. Артему там ходили в аптеку, заходили, ему покупали морковку в баночке, вот эту герберскую. Кто-то идет сзади. И это. Он там еще на ступеньке ножкой ударился. Ну, правильно, кто все пишут в комментариях, что типа это возраст такой, что синяки только и получать. Поэтому как есть, так и есть. Ну все. Вот такие вот дела. Год уже прошел. Как быстро прошел год. Ну, вот так. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.